Всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня мы прогуляемся в одно место, в котором мы еще не были. Сейчас я нахожусь в районе Грин Плазы. Справа у нас ЦУМ. Будем переходить улицу Артема. И отправляемся мы сегодня на набережную. Вы набережную с такого ракурса еще ни разу не видели. В основном все приходят на проспект Ильича, либо на бульвар Шевченко, и спускаются вниз. А мы зайдем с проспекта Дзержинского. Там очень редко бывают люди, поэтому хочу вам показать, как выглядит набережная. В том месте планировалась достройка набережной, но, к сожалению, ее так и не получилось достроить. В начале видео вы увидели некоторые цены на продукты. Я думаю, особого интереса они уже не представляют. Сейчас мы подходим к тому месту, где трамваи у нас отправляются в сторону Буденновки. Вот стоит один из трамваев. И там немножко дальше у нас будет сама остановка для трамвая. Также присутствует небольшой базар. Что касается масочного режима, то в магазинах, на рынках, во всех общественных местах, в том числе в автобусах, вы должны обязательно носить маску. Кому интересно, вниз дорога уходит на мотодром. У меня есть видеоролик на канале, что касается мотодрома. Можете зайти посмотреть. Сейчас мы переходим на проспект Дзержинского. Кто спрашивал, кому было интересно, в Донецке есть республиканский центр занятости. Там вы можете прийти, оставить заявку. И также, если есть интересные вакансии, то вы можете согласиться и оформиться на работу. Есть определенный сайт центра занятости. Он доступный в интернете. Кому интересно узнать, сколько же оплачивают работу в городе Донецке, какие зарплаты, вы можете зайти и глянуть. Ну вот мы вышли на проспект Дзержинского и будем спускаться плавно вниз. Как я ранее говорил, с той трамвайной остановки ходят у нас трамваи. Либо вниз, либо там направо на разворот можно. Прогуляемся по городу, покажу вам интересные ключевые точки, места, в которых вы, быть может, и не бывали. Я думаю, вам выпуски эти нравятся, поэтому будем немножко вас баловать. Центр города уже более-менее снят, но есть еще определенные места, в которых вы явно не бывали, и со временем мы посетим их. Ну вот мы плавно вышли на Донецкую академию автомобильного транспорта. Учатся ли сейчас студенты? Во время карантина школы, детские садики, университеты, академии, высшие учебные заведения не учатся. Карантин, все на дистанционке. Ну, вот так он выглядит сейчас. Ну, а здесь раскопали коммунальщики, наверное, трубы чинят. Видите, трубы в каком состоянии уже. По идее, должны новые вставлять. Хотя, вот так, по внешнему виду и не скажешь, что сильно сгнившие. Металл толстый, толстостенные. Видите, все стоит. Может быть, будут копать. Постоянно что-то чинить нужно, следить. Если так запустите, то... И вот видите, даже утеплитель еще есть. Да, все-таки горячая вода, либо отопление. Скорее всего, что отопление. Хотя периодически в Донецке на 2 недели выключают горячую воду на ремонтные работы. Ну, как и везде. Уже пух летает понемногу. Это у кого аллергия на эти все дела, то, конечно, не позавидуешь. Каштаны уже отцвели. На заправке стоимость бензина 95-й 46 рублей, 2-й 44, дизель 49,
пропан 17 рублей. А сейчас газ как раз привезли. Ну вот мы и дошли до речки Кальмиус. В предыдущих выпусках я говорил, что подскажите, пожалуйста, ходили ли здесь суда раньше? Многие писали, что нет, но пару десятков человек написали, что да, здесь ходили суда очень давно. Речка Кальмиус была судоходной и осуществлялась здесь доставка грузов. В этих всех местах должна быть набережная. Она продолжается. Но видите, как все. Если вы заглянете на проспект Ильича, там все будет красиво и украшено. А здесь, к сожалению, времени не хватило это все довести до ума. Уточки квакают. Да, маленькие еще такие. Скорее всего, только вылупились в этом году. Красотища. Уже лето, а все равно прохладно. В том году, кто помнит, в новостях были ресурсы, да, и некоторые видео я видел, что был выброс каких-то реагентов в Кальмиус, и рыба всплывала. Но сейчас я такую картину не наблюдаю. Машинку кто-то выбросил. Нифига себе. Видите? Сдуру кто-то побил. Ламборгини. Жабы квакают. Видите, какие высокие дома? Давайте поближе к природе. Кстати, напишите, нравятся ли вам вообще такие обычные прогулки. В принципе, никакой смысловой информации они не несут, но прогуляться вместе со мной, я думаю, вы не против. Что касается рыбалки, тут есть рыба, но мало. Я сам лично видел, как карасей вот таких вытаскивают. Грамм по 350, по 400. Судачок мелкий проскакивает. Ну, в основном шнурки. Также по левую сторону дворец спорта «Динамо». И пришли мы к тому месту, где я хотел изначально снять видеоролик. Это у нас корабль, который раньше был полон сил, так скажем. А сейчас видите, в каком он состоянии. Титаник. Титаничек. Не затонул, но уже не функционирует. Здесь была кафешка. Видите, вот так со временем все происходит. Продам корабль от времени. Так и вся жизнь проходит. Если за чем-то не уследить, то будет вот такой результат. Тут небольшой пирс. Ого, высоко. Опа. Можно было кататься на катамаранах, на лодках. В принципе, сейчас есть, но раньше это было как-то более все профессионально сделано. С подходом особым. Хотя, вот, если в этом году все будет нормально, то вот там, ближе к пляжу, мы туда чуть попозже подойдем, там также будут присутствовать катамараны, как и в парке Щербакова, и вы можете прокатиться. Я не знаю, может кто подскажет, для чего был сделан этот пирс. Кафешка, скорее всего. Там у нас бассейн, Спарта, тренажерный зал есть.
В основном все на набережную приходят и видят другую картину. А мы вот с другой стороны зашли, и здесь совсем по-другому все. Опять же, были бы деньги и время, то, конечно, это все можно будет достроить. Еще немного слов о недвижимости в городе Донецке. Ворошиловский, Калининский район – это самые дорогие районы по продажам квартир. Слева у нас новостройка через деревья. Справа, как видите, ЖК Европейский. Там дальше диск, высотки, многоэтажки. И все смотрят в одну сторону. Возле набережной прекрасное местоположение. И плюс, если вы живете в какой-то высотке, то, конечно, утром либо вечером посмотреть из окна на воду, на закат, либо на рассвет будет прикольно, согласитесь. Поэтому здесь квартиры ценятся. Еще одна заброшка. Я не знаю, что там было, может, подскажет. Также стоят краны. Большинство есть сооружений, которые недостроены. Не знаю, когда их будут достраивать. Хотя я так смотрел по городу, пару кранов еще двигались. То есть вот возле Рамады, я не знаю, идет ли стройка. Там вроде собирались достраивать рядом еще. Не знаю, кто в курсе, подскажите. И видите, Донецк можно просмотреть по ключевым точкам. К примеру, вот там, видите, такое оранжевое здание. Сейчас мы приблизим, я думаю, вы увидите. Это у нас Столичный. Если ехать в сторону Богдана Хмельницкого и на пересечении Артема, с правой стороны у вас там будут общаги. И вот, это здание есть. Чуть ниже там Крытый рынок будет. И смотрите, то есть с этой точки вы можете приблизительно оценить, где вы сейчас находитесь. И вот так вы можете оценивать, где что приблизительно находится. Отель «Виктория» ниже Донбасс-арены. Там «Центавр Плаза». И вот так идет все вниз. Это по проспекту Мира. Как бы, если бы не было вот этих насаждений у нас. И домов. Диски. Там уже идет сторона Буденновского, Пролетарского района. Петровка там. Кировский район там, Куйбышевский там, ЖД вокзал приблизительно там. Это так вам на пальцах быстренько рассказал. Защита у меня босяцкая, но ничего не поделаешь. Хоть как-то, но она закрывает ветер. Чуть-чуть отошли от центра набережной, и вот такое состояние у нас здесь. Также и окраины города. Вы в центре видите одну картинку, вы приедете на Петровку, и там, к сожалению, таких красивых парков не будет. Окраины всю жизнь страдали и страдают, прежде всего это по финансированию. Ну и есть еще некоторые позиции, по которым они до сих пор страдают. Ну и вот мы подходим к тому месту, где большинство людей, наверное, заканчивает свою прогулку на набережной. Так как в ту сторону никто не желает идти, все заросло, поросло. Ну и там изначально никто ничего не делал. А здесь у нас вот так все. Пляж. Один из пляжей на набережной. Там есть небольшой мостик, причал. Вот я за него говорил. И вот там немножко дальше можно будет арендовать катамаран либо лодку и покататься. Ну, в основном люди приходят сюда вечером прогуляться. Опять же, была бы погода. Следят за порядком, за чистотой. И тут есть небольшая спортивная площадка. Их даже не одна. Их много. Вот одна. Вот там детская.
там еще, там она загорожена. Скорее всего, что либо красить будут, либо еще что-то. А так, трава покошена, никто не забрасывает. Все следят за чистотой. Вот здесь у нас и площадка. Занимаются понемногу детвора. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас с пляжем. Песок есть, но его вымыло. Скорее всего, что надо будет завозить по новой все. Купался ли кто-то вообще здесь? Напишите в комментариях. Я думаю, купались. Но вот мы дошли до моста. Это проспект Ильича. И здесь, видите, все по-другому уже. Отличается. Все отличается. Было бы только сравнение. Эти места я вам еще не показывал. Поэтому, я думаю, вам будет интересно. Тем более, все зеленое уже. Что касается воздуха, воздух в Донецке по-своему прекрасен. Где-то что-то красили. Может, действительно, площадку. А, так там ее сейчас красят. С той стороны не видно было. Сейчас я вам попробую приблизить. Думаю, что они обтянули ее лентой. Видите, занимаются покраской. Пока сейчас все на карантине, решили подкрасить все. Ага, краской пахнет. Так и здесь покрасили, он даже кисточка есть. Нет, валик. Эти сначала, по идее, одна бригада зачухивает все. Зачухивать, это сразу скажу, брать щетку по металлу и счищать ржавчину. Тут банки с краской. Видите, чтобы не загрязнять сам бордюр, подкладывают такие картонки. Хотя на окраине Петровки, к примеру, у меня есть видеоролик, парк Петровского, там бассейн рядом, в этом комплексе, детская площадка, газон. Кому интересно, можете зайти посмотреть. На набережной установили памятник Чехову. Там он такой специфический, я думаю, мы туда доберемся. В прошлых видео я проезжал мост, и там, видите, до сих пор стоят ограничения по проходу. Я вот не знаю, наверное, поближе мы подойдем, посмотрим, чем они там занимаются. Чисто так, для интереса. Вот тут, кстати, в этих местах я лично видел, что вытаскивали карася. Хотя здесь такой спуск неудобный, непривычный. На цьому місці, на честь 500-річчя Кальміуської паланки українського козацтва, буде споруджений пам'ятник козакам Кальміуської паланки 1505-2005 год. Никогда не замечал камень этот. Вот, сегодня заметил. Ну вот мы и дошли до проспекта Ильича. Слева спуск, большой склон со стороны площади Ленина. Чтобы асфальт не поплыл, положили там брусчатку. Пересекать заграждение и опираться на перила запрещено. Я не знаю, что с ними буду делать. Может, красить? Не в курсе. Кто знает, подскажите. И сейчас мы перейдем на ту сторону.
через подземный переход, потому что трафик большой, что слева, что справа, вы тут никак не перейдете. Здесь еще висит знак, что осторожно. Во-первых, 20 км/ч ограничение, и постоянно здесь ДТП с участием людей, так как все хотят быстренько перейти и не успевают. Поэтому придумали нехитрый способ, как перейти проспект Ильича через подземный переход. Остановка, подземный переход. Go Underground. Кто в детстве играл в Need for Speed Underground? Открыто. Ксерокопия, ламинирование. И вот мы выбрались уже с другой стороны. В принципе, вы потеряете 3 минуты для того, чтобы обойти вот этот вот пятачок. Но зато будете с уверенностью целыми и невредимыми, если вас никто не встретит в подземном переходе, какой-то хулиган. Одиннадцатый. Полный. Еще стоячие места есть. До Донбасс-арены 2,6 километра. С этого места, по идее. Ну вот, мы были там, а сейчас уже здесь. Сама скульптура в вот таком виде стоит у нас на набережной. Сейчас мы поближе подойдем, покажем ее. Чехов. Изначально я вот не пропоминаю вообще, чтобы здесь какие-то скульптуры ставились. Это первое. По идее, она должна быть бронзовой, чтобы не ржавела и не старела. Только за ней нужно будет следить. Кстати, большинству людей очень нравится гулять не с этой стороны набережной, а с той. Особенно на закате, так как солнце у нас будет не в зените, как сейчас, а будет со стороны площади Ленина чуть дальше. И вот там есть деревья, и на вас вообще практически солнце не будет жарить. И там, видите, какая-то совсем другая обстановка, я бы сказал, романтическая. И большинство людей иногда гуляют там. Ну а кто нарезает круги, может, ищет спутницу свою, либо спутника, периодически ходят здесь. Также подкармливает голубей. Видите, гнездо вон, утка свила. Сейчас мы залезем наверх, и я вам покажу его. Вон там в уголку. Под колонной сидит, вымывается. Рыбная таверна. Название этой кафешки менялось очень много раз. Время без 8:12. Соответственно, людей никого здесь не будет. В основном все на работе, кто на учебе, и их прохладно. Видите, вон вся детвора в шапках. Когда такое было, чтобы летом, уже летом, были в шапке? Ну ладно, вечером, но не днем. Но сейчас вроде бы
циклон или антициклон, я не знаю, пройдет, и уже должно потеплеть через неделю. Это по прогнозам синоптиков. Хотя синоптики пишут одно, а через 2 часа заходишь — совсем другая информация. Еще есть одно место, это пляж. Будем считать его вторым. Спуск. И здесь также загорают, кто-то купается на кальмиусе. Газончик, видите, как подстригли. Надо будет вечерком здесь как-то прогуляться. Кстати, вы за, чтобы я вам показал Донецк вечером? Ну и на набережную заглянем заодно. Либо, может, поехать в другие какие-то районы. Вы пишите, не стесняйтесь. Если коммент ваш наберет достаточное количество лайков, я его увижу, хотя я все комменты просматриваю, то мы обязательно туда отправимся. Сколько голубей, сколько нахлебников. Братва, ну что вы тут, скучаете? В песочке копаетесь. Вот и вся житуха. Лишь бы было что покушать. А тут не только голуби купаются. Тут вон целая банда есть, которая будет гонять всех. Веня! Веня, иди ко мне. Веня заскучал. Ну вот, в принципе, еще один пляж. Там дальше еще можно приземлиться будет. Кому где нравится. Ну вот и подошел этот видеоролик к концу. Сегодня мы прогулялись немного по Донецку. Показал я вам его с другого ракурса. Но вы пишите комментарии, как вам такие выпуски, влоги. Я думаю, вам нравится. И я не зря стараюсь для вас. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.